Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Ты и попалась. Эдик, ты дома? А у нас, ты представляешь, санобработку объявили. У меня контрольная, а не санобработка. Ты же сказала, что будешь поздно, что у вас там контрольная. Ну, санобработка же, говорю, все отменили. Оксана? Извини, я не хотела, чтобы так вышло. Есть кто дома? Сюрприз. Настя? Нет, призрак покойной Надежды Константиновны Крупской. Явилась проверить, как работает система народного образования. Ирусик, душа моя, ты совсем уже заработалась, даже родную сестру не узнаешь. Ир, что случилось? Ира. Как уж шикарен. Адресок дашь? Как выйду, навещу. Это Краля его сюда и засадил. Типа того. Баба, это зло. Погодь. А ты что? Я выйду сразу к ней. Шальнов, на выход. Я, наверное, правда не женщина, а ходячий учебник французского. И в постели полный ноль. Оксана, у нее 6-й размер настоящий. И
темперамент. Я только не понимаю, она же моя лучшая подруга. Я просто не понимаю вот в этой ситуации, как мне вообще себя вести. Для начала это съешь. Да не могу я, Настя. Через «не могу»? Считай, что это лекарство. И, Русик, запомни, лучшие подруги – это худшее зло. Мы тебе другого найдем. Посимпатичнее и с деньгами. Мне не надо другого. Ой, только не надо сейчас нашу мать включать. А при чем здесь мама? При том. Она так и не смогла пережить, что отец нас бросил. Тоже мне трагедия, муж ушел. Один ушел, найди другого. Живи и радуйся. Нет же, нам надо страдать, горбатиться за 3 копейки в школе, детей в обноски одевать. Нет, она просто думала, что нам так будет лучше. Ой, брось. Она думала только о себе. О том, какая она уязвленная, несчастная страдалица. Но зато теперь я не запариваюсь насчет мужчин. И тебе не советую. Как же я по тебе соскучилась. Сколько мы не виделись? Год? 3 почти. Да ладно? Да. Хорошо, что ты приехала. Вообще-то я приехала по делу. Мне очень нужна твоя помощь. Гражданин Шальнов, вы утверждаете, что в ночь на 15 апреля находились в районе Гагаринского сквера? Олег, ты меня 100 раз об этом спрашивал. Отвечайте на поставленный вопрос. А я тебе 100 раз отвечал. Ярцева я не убивал. Олег, ты напрасно тратишь время вместо того, чтобы ловить преступников. Да. Я был в районе сквера. У тебя в деле все записано. Кто может подтвердить ваше местоположение? Да понятия не имею. Это тоже записано. Таким образом, алиби на момент убийства Ярцева у вас нет? Сегодня нет, завтра будет. Я все равно отсюда выйду, а ты останешься. Еще получишь втык от начальства. Сходи в аптеку. Купи что-нибудь от аллергии, у тебя нос красный. Рудольф, Северный олень. Да-да. Товарищ полковник узнает. Проводите последственного в камеру. Завтра продолжим. Стась. Значит, ты его любишь? Да. Ир, это мужчина моей жизни. Знаешь, мне правда от него ничего не надо. Просто хочу быть с ним. Я детей от него хочу. Представь. Ну, а он? А он женат и тянет с разводом. Ну, если он тебя любит, то порядочный очень. Не хочет травмировать жену. Мы сегодня вечером улетаем с ним в Испанию. Здорово. Жена думает, это деловая поездка. И я очень надеюсь, что пока мы будем там, я сумею уговорить его на развод. Главное, чтобы жена ни о чем не догадалась, ничего не испортила, не устроила скандал. Она подозревает, что он летит в Испанию не один. В общем, надо ее успокоить, убедить, что я в городе, никуда не уехала. Я очень прошу тебя мне помочь. А что мне нужно будет делать? В общем-то, ничего. Вызывали, товарищ полковник? Извините, это у меня аллергия на туалетную воду, которую подследственные пользуются. Шальнов об этом знает и каждый раз перед допросом своим парфюмом с ног до головы обливается. Откуда берет, не знаю. Про твою аллергию мы потом поговорим. Угу. По делу что-нибудь новое есть? Работаем, Николай Александрович. Шальнов на сотрудничество не идет, запирается, хамит. Считает, что адвокаты ему алиби купят. Так прямо и заявил. Но я вам обещаю, он у меня будет сидеть от звонка до звонка.
Михаил Аркадьевич Полевой, адвокат Михаила Шальнова. Михаил Аркадьевич готов предоставить следствию подтверждение алиби Шального на момент убийства. Вот здесь свидетельские показания. Николай Александрович, свидетели показаний изменили. Я уверен, на них оказывали давление. А вот здесь записи с камер наблюдения. На записи видно, что мой клиент на момент убийства Ярцева находился на другом конце города. Пусть эта ревнивая стерва думает, что ты – это я. То есть ты хочешь, чтобы ты побыла мной? Недолго, пока я не вернусь из Испании. Живи в моем доме, купайся в бассейне. Пару раз можешь появиться в моем клубе. У тебя что, собственный клуб? Дурочка. Ну нет, конечно. Я работаю в клубе. Пою по вечерам. Пусть его жена видит меня, ну, в смысле тебя, и не дергается. Подожди, но она же догадается, потому что ты вон какая, я… Это решаемый вопрос. О. Ну, проходи. Проходи. Ну, вот видишь, на самом деле мы с тобой очень похожи. Только надо сменить прическу, макияж и это платье. Николай Александрович, вы поймите, нельзя было Шального отпускать. Вовремя спохватился, Милославский. Ты б с таким энтузиазмом свидетелей опрашивал. Я опрашивал. А камеры наблюдения, снимки? Их недавно установили, у меня не было информации по ним. Должна была быть. А ты вместо того, чтобы информацию собирать, личные счеты с Шальновым сводишь. Так его закрыть торопишься, что ничего не проверил. А мы уже отчитались, что дело в суд передаем. Теперь отзывать и все заново начинать. Квартальные показатели коту под хвост. Весь отдел без премии. Мне поставят на вид. Отличная работа, капитан. Дайте мне неделю сроку. Я тебя отстраняю, а дело передаю другому следователю. Товарищ полковник. Еще одно слово, отправлю в патрульное. Ну как? Посмотри. Настя, это не я. Ты просто красотка. Ну-ка, повернись. Супер. Все мужики твои, все мужики твои. Ой, да какие мужики? Я, ты знаешь, после этой истории с Эдиком, я уже никогда ни с кем вообще. Глупости. Наоборот. Да. Все, что тебе сейчас нужно, это пара-тройка ни к чему не обязывающих романов. Угу. В смысле пара-тройка? Подожди. У меня же всего их… Попробую еще вот эти. А. У меня всего романов было два. За всю жизнь. Врешь. Да нет, клянусь. Один у меня роман был в третьем классе с Витькой Шуховым. Весь роман заключался в том, что он меня бил портфелем по голове. Ну, в общем… Ой. Ты знаешь, мне кажется, я могу упасть с них и сломать себе шею. А второй, значит, с Эдиком, да? Ну да. Ир,
Тебе просто необходимо пуститься во все тяжкие. И помни, мужики хотят нас использовать. Просто у нас это получается лучше. Поэтому их используем мы. Да. Ну, до тех пор, пока не встретим того. Ну, этого. Самого. Мне кажется, ты меня втягиваешь в какую-то авантюру, Настя. Ну, не все ж тебе авантюрные романы на французском языке читать. Пора и самой попробовать. Обещаю, тебе понравится. О. Ну, если кто-нибудь догадается, что я — это не ты, а я. Не догадается. Людям нет ни до кого дела. Все заняты только собой. И Русик. Все будет норм. В этом клубе я пою? Нет, я петь не буду. Я не умею. Тебе не надо. У меня на этой неделе выступлений нет. Просто зайдешь, выпьешь чего-нибудь, послушаешь музыку и поедешь домой. Главное — засветиться. Наверняка его жена либо сама сюда явится, либо наймет кого-нибудь, чтобы за мной проследить. Ну, в смысле, за тобой. Пусть видит себя. То есть меня. И успокоиться. Все просто. В общем, отдыхай, веселись и ни о чем не беспокойся, Палыча сегодня не будет. Какого Палыча? Юрий Палыч, владелец клуба. Он улетел в Питер. У него там сегодня встреча с инвесторами, что ли, или с кем-то. Неважно. В общем, Палыча не будет, а других не переживай. Настя, ты скоро вернешься? Может, через неделю. Может, чуть раньше. Я тебе смс-ку пришлю, окей? Так, вот ключи. Домой доберешься по навигатору. Привет, красотка. Тебя Палыч искал. Зачем? Ну, это ты у него спроси. Так он же в Питер вроде бы уехал, у него там какая-то встреча. Нет, встреча отменилась. Сюда есть злой как черт. Тебе как обычно? Нет, нет, мне кофе. Кофе? А чего так? Что-то не выспалась. Понятно. Могу покрепче? Покрепче. Скучаешь? Возможно. Могу угостить я девушку? 50 грамм виски и шампанского для девушки. Пожалуйста. Ваше здоровье. Благодарю. Слышь, ты руки убери! И не тыкай меня. Настя приехала, так что все в порядке. Хоть что-то в порядке. Что за буза? Кто это? Это Жека, приятель Лосева. Костя, разберись, чтобы он здесь мордобой не устроил. Слышь, а ну стоять! Тихо. Какие-то проблемы? Я вам сейчас устрою проблему. Я к ментам пойду, пускай они разбираются, что вы с Лосем сделали. Что случилось? Лось пропал, вот что случилось. Ему ваши врагам надавали вчера, я в курсе. И башку отвинтить грозились, а шалося нет. Жека, у тебя неверная информация. Это Лосев вчера тут напился и скандал устроил.
Клуб грозился взорвать, Юрия Павловича убить. Террористическая угроза получается. По-моему, надо было его ФСБшникам сдать. Да пожалел я его на первый раз. Дурака-то пьяного. А сейчас, небось, где-нибудь тут цепает. Ферштейн! Я разберусь, короче. Ни Лосева, ни его приятелей близко к клубу не подпускать, ясно? Да, понял. Лось вчера здесь чуть все не разнес. На Палыча стал кидаться, втроем его оттаскивали. Кого? Юрия Павловича? Ну, Лося от Палыча. Да, Лось, он может. В общем, Палыч вчера уехал, весь на нервах. И встреча в Питере у него сорвалась. И Алла заболела одну к одному. Алла? Загремела в больницу с аппендицитом. Теперь выступать некому. Слава богу, что ты приехала. То есть мне, что ли, надо выступать? Ну, не мне же. Тебе точно кофе надо? Нет, мне давай, как обычно. Отлично, как обычно. На солоду, дайте угадаю, трудный день? Я тоже. Мне кажется, я вас знаю. А вы здесь выступаете, правильно? Или я? Настя. Очень приятно. За здоровье. А вы сегодня поете здесь? Ну ладно, удачи. Бабочки. Звезда моя. Здравствуйте, Юрий Павлович. Здорово. Я слышал, ты сегодня петь не хочешь. Юрий Павлович, у меня болит горло. То есть я не могу. Понимаете, я же не должна сегодня. Не должна? Напомнить тебе, из какого дерьма я тебя вытащил. А? Господи. Я тебе работу дал, денег дал, когда тебе жрать было нечего. А ты мне должна, не должна. Давай, пей до дна и иди пой. Бородой, весь в черном, похож на похоронного агента или на террориста. Ну, на террориста у нас только Лось похож, когда выпьет. Ну, он без бороды. Спасибо. Все было очень вкусно. Рядом с тобой. Рядом с тобой. Миг наслаждения даря.
что-то нехорошо. Мне надо освежиться. Настен, ты что-то хотела? Нет. Я просто мимо шла. Я пас. Влечь его на стол. Поддерживаю. Наконец-то. Бросаешь. Это вы на меня набросились. Слушай, звезда моя, я тебя не узнаю, но мне нравится ты со мной игра. Как ты пела, пела, как сегодня. Никакой ребенка не надо. Нет, уберите, поехали. Пожалуйста, устань. Поехали, поехали ко мне, к тебе. Поехали. Уберите, устань. Отстаньте от меня вообще. Какой ты маньяк, честное слово. Алло, дорогая, привет. Привет. Слушай, я уже освободилась, могу с тобой заехать. Не, не надо. Езжай домой. Я скоро сам приеду. Даже, может, раньше, чем ты. Ладно. Люблю тебя. Я предупреждал! Встал! Хватит! В следующий раз вообще убью! Угрожаешь мне? Информирую. Тебя посадят. Ты знаешь, а вот это навряд ли. Вряд ли найдут то, что у тебя останется. А если даже найдут, не уверен, что опознают. Мне это все равно.
Моя жена, если со мной что-то случится, этого не переживет. Мне кажется, переживет. Женщины полны сюрпризов. В общем, я тебя предупредил, ты меня услышал. Ферштейн! Сволочь! Ваши? Да. Плохой день? Да. Держите. Спасибо. Мне кажется, вам не надо садиться за руль сегодня. Вы знаете, я же вообще обычно не пью. Да вы что? Да. А тут такая пьяная, какой-то ужас просто. Да, этого еще ужаса не видели. Все нормально? Вы очень добрый. Вы просто очень добрый. А знаете, встреча с вами – это самое лучшее, что произошло со мной за весь этот долбанный день! Вы меня извините, пожалуйста, я… Вообще, не такая грубая обычно. Я сейчас ее попробую завести. И поеду. Так, я же вам сказал, вам за руль не надо. И если с вами по дороге что-то случится, я себе этого не прощу. Давайте я вас повезу. Это так любезно с вашей стороны. Я чулки боюсь порвать. Оп! О. Очень повезло, что я вас сегодня встретила. Приятели Лосева больше не появлялись? Нет, все тихо. Вот и хорошо. Что-то еще? Вы же Настю искали? Да. Ребят сказали, что она уехала. Уехала. Юрий Павлович, может, вас домой подвезти? Не надо, свободен. И вы представляете, этот Юрий Павлович хватает меня, начинает раздевать, как будто это все в порядке вещей. Тоже мне король солнца. Король желает осчастливить даму, даму не может отказать. Ну, по-моему, Юрий Павлович не очень похож на Людовика XIV. Знаете, сколько у него было любовниц? У кого? Юрия Павловича? У Людовика. 112. Ничего себе, какие у вас познания французской истории. О, да, французская история – это моя любовь. Такие страсти, все эти наши ток-шоу, сериалы, они же даже рядом не стоят. Только ученикам это все не нужно. Им «Игру престолов» подавай. Ученикам? Причем здесь ученики? А, ну, это же я говорю про мою сестру. Она просто в школе преподает французский язык. Такая она дурочка, вечно вся с учебниками, с учебниками. Ей даже жених так и сказал, ты ведь похожа на ходячий учебник. И ушел к ее лучшей подруге. Ну, жених полный болван. А ваша сестра, по-моему, очень интересный человек. Интересный, да.
такое впечатление, что со времен Людовика ничего не изменилось. И самый простой способ женщине устроить свою жизнь – продаться вот такому какому-нибудь Юрию Павловичу. Ну, зачем продаваться? Можно жить самостоятельно. Ну, вообще можно, но это сложно. Хорошо, если ты из Москвы, и тебе родители помогают. А если ты, например, из Торжка? Отец ушел, мать учительница, а ты молодая. А денег вечно нет, а тебе хочется эти платья всякие, пирожные, в кино хочется сходить. Ну, конечно, это не всем нужно. Вот, например, опять же, моя сестра, ей это совершенно все не нужно. Она сидит со своими учебниками, такая дурочка. Вечно все над книжками. Она же даже во Франции ни разу не была. Тоже мне учительница французского. А я вот не такая. Нет, мне подавай красивую жизнь. И никто не может меня осуждать. Никто не может меня осуждать. Настя, вас никто не осуждает. Юрий Павлович. Не все мужчины такие, как Юрий Павлович. А, я знаю. Есть другие, такие, как вы, например. Благородные и умные. А еще вы похожи на Филиппа Красивого. Был во Франции такой король. Аккуратно. Вы мне так нравитесь. Никто в жизни так не нравился. Я никому такое не говорила. Аккуратно, убьешь, Саша. Аккуратно. У меня почему-то так болит голова. Хочешь, я тебе чаю заварю? Крепкий очень помогает. Нет, я не хочу чая. Я хочу, чтобы ты остался. Прости, я не могу, Настя. Правда, ты мне тоже очень нравишься. Ты милая, необычная, красивая. Все, забудь. Но... Такая дура, забудь. Да ты не дура, Настя. Ты... Я просто женат. Я очень люблю свою жену. Прости, думал, что вернусь раньше. Да я сама недавно вернулась. Груз на таможне застрял. Пришлось разбираться. Устала? Очень. Таможня – это ад. Тебе духами пахнет. А, это... Да я девчонку одну подвез. Она в клубе поет. Она просто выпила, ее развезло. Я ее до дома подбросил, чтобы не убилась с пьяну. Джентльмен, как всегда. Алка, ты ревнуешь, что ли? Ну, дурочка, что ли? Я тебя слишком люблю, так нельзя. Почему это? Можно. Я тоже тебя ревную. Правда? Да. Все эти твои деловые партнеры, водители, заместители. Я их готов иногда собственными руками задушить. Ты что, дикарь? Ты маскируешься отлично. А на самом деле ты собственник домостроец, да? Да, я просто притворяюсь хорошо. Алло.
Звезда моя, ты что мобильный не берешь? Я беру. А что с голосом? Говоришь, как из бочки. Ах, я не из бочки. У меня голова очень болит. Короче, через полчаса я буду у тебя. Ой, не надо. Я уже спать ложусь. Чего потом поспишь? Нам надо с тобой кое-что выяснить. Нет, нет. Я уже сплю. Все потом поговорим. Я нашел паспорт. Сейчас. Утро. На имя Ирины Лариной. Кто такая Ирина Ларина? Что вообще происходит? Алло. Алло. Ну вот ты и попалась.